Она держится вот в области сердца и говорит, душа проснулась. Замечательно. Сейчас я останусь рядом с вами, а Вера пойдет и поднимет вашего сына, и мы проведем его чистку в вашем присутствии. Хорошо, Верочка. И я прошу тебя в энергоинформационном поле найти тонкую эфирную энергетическую копию 2008 года, воплощенного на Земле. 1, 2, 3. Нашла. Я на месте. Отлично. А Андрей идет к маме. Мы спрашиваем Андрея разрешение, вернее, приветствуем его и интересуемся, готов ли он к диагностике, доверит ли он нам свое биополе на период сеанса. Да, он готов и доверит. Приветствует тоже. Приветствуем. И я даю команду на 4. Сканер сканирует пространство над головой Андрея, под ногами. 37 тонких тел Андрея находит все. На него полезли сразу. У него гуманоид, арахноид. Ой. Дракон стоит и воронка в ногах. И воронка у него хорошо, так почти по пояс. Но ниже чуть-чуть, по паху, скажем. Ой, это опасная вещь. Хорошо, еще раз. Гуманоид, арахноид, воронка. Кто еще там? Дракон стоит. Какой? А, ну да, наш. Он у нас был синий. Ну, он и стоял у нас в клетке синий. Я не знаю, если в воронке кто-то есть, пока она на теле у него. И еще кто, кроме дракона? Все. Значит, гуманоид, арахноид, воронка и синий дракон, да? Да, но воронка не вышла, выброси ее в клетку. Хорошо, даю команду на 4, воронка уходит в клетку, тюрьму. 1, 2, 3. Я даю команду сканеру, сканер сканирует воронку и в следующий раз автоматически ее находит и отправляет в клетку-тюрьму. Программа действует, программа активирована. Есть кто-то в воронке. На 4 эта сущность из воронки выпрыгивает, становится рядом в клетке. Вытягиваю силы моего намерения. Это бес. Ну что бес, попался? Он что-то задницу прикрывает. Правильно делает. И я в эту задницу даю удар 100 тысяч герц. Так и знал, говорит, бегает он по клетке. Ну, если знал, надо было выскакивать. Считай герцовку беса на голову. Он улизнуть хотел. Улизнуть. Хорошо, смотри, как легко улизание происходит. На счет 3 открывается под воронкой портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. Воронка уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрываю, печатаю, растворяю. Все. Зря хорошая воронка была. Хочешь за ней уйти? Нет. Одно твое слово. Любой каприз. За твои деньги. Как да у нас... ладно, давай договоримся. Не буду я пока с тобой ни о чем договариваться. Ты пока не получу информацию. Считай герцовку у него над головой, Вера. 8. 8 герцовых. Хорошо. Гуманоид откуда ты? Не беру. Не беру. Ох. Конструкцию установил у него... сейчас скажу. Левый глаз. Да ты что? Левый глаз и вниз идет по этой стороне позвоночник. Гуманоид, а что это у тебя за такие эксперименты брутальные? Реально решил законы мироздания под себя подстроить? Или как это ты думаешь? Ну, он показывает, у него связь идет через эту подключку. И вообще через все коммуникационные системы, компьютер. То есть ты зашел через компьютер или как это мне понимать? Спутник. Какой спутник?
Но у него какая-то связь идет через конструкцию, которая установлена в его. Вот этим глазом, что он показывает или смотрит. Хорошо. Все понятно. Я даю команду, значит, 3. Эта конструкция на частоте гуманоида отключается до числового значения 100%. Значит, 3, 1, 2, 3. И безболезненно вся эта конструкция выходит и зависает, вернее, идет в клетку-тюрьму. Слушай, да, она в клетке-тюрьме, Лина связи у нас. Дали. Она хочет забрать его вместе с этой конструкцией, потому что он дальше связан по цепочке. Ли, мне надо забрать из нее все. Я после этого могу тебе отдать? Или ты хотела сразу это сделать? Нет, забирай. Хорошо, давай тогда так и сделаем. Я даю команду тонкой копии Андрея спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродные негативные патогены низковибрационные энергии в ее биополе 1, 2, 3. Также выстраивается канал всех болезней. Все, что он мог получить от них, возвращается к ним. Андрей показывает на этого гуманоида. Он говорит, что он его знает, он давно с ним. 4 года. Андрей, ты вообще понимаешь, с кем ты дружишь? Но он не то чтобы дружит, он не воспринимал его всерьез. Посмотри сам с собой разговаривает. Посмотри, насколько это сам с собой разговаривает на самом деле опасно. Что даже межгалактическая полиция пришла его забирать с его конструкции. Придет, вернее. Это беспечность. Начиная взрослеть, Андрей. Хорошо, как у нас с реверсом? Что возвращается в эту конструкцию, Вера? Такие переплетенные сине-серые энергии, грязные. Закончился реверс. Установили фильтры золотой сеточки на все каналы и в порядке. Реверс Андрей забирает всю чистую, светлую, божественную энергию. 1, 2, 3. Пошла энергия назад. Своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Готово. Отлично, хорошо. Синий дракон, выходи, вытаскивай все свои платы, которые ты оставил, приступай. Бес, у тебя что-то есть в его биополе? Да, кивает. Хорошо. Нуляр там не должно быть, судя по возрасту. Бес, скажи мне, ты присутствуешь еще в доме? Присутствует. Понятно. Значит, мне тебя придется синим драконом возвращать назад. И я через 10 минут приду в этот дом. Достал. Там. Хорошо. Бес, выходи, вытаскивай все, что ты оставил. В ногах оставил. Вытаскивай все. Ничего не забывай. Сейчас будет проверка происходить. Готово. Гуманоид, сколько ты находился в биополе человека? Сказал, 4 года. Я не записал. 4 года. Арахноид. У нас что, арахноид есть или что? Не пойму. У нас арахноид есть, да. Да, хорошо. Арахноид, как долго ты находишься? Арахноид в доме находится. А почему ты не сказала, что ты в доме находишься? Я спрашивал, кто находится в доме. Сказали бес и синий дракон. Арахноид, почему ты молчал? Ты не спрашивал у него. Я спрашивал у всех, кто из присутствующих находится еще в доме? Это у мамы спрашивал. Хорошо. Бес, ты просто спросил. Понятно. Значит, арахноид тоже в доме находится. Ладно. Все понятно. А что так долго? Конструкция, да? Нет, у арахноида осталась паутина на голове. На голове и по спине. Что это было? Головные боли? Что это было? Как это воздействовало? Каша. Каша в голове. Все понятно. Сосредоточиться не могу. Готово. Отлично. И рассинхронизация закончилась тоже, да? Да. Все. И я даю команду, я просто арахноида не заметил, прошу прощения. И я даю команду, на счет 3 включаю внутренний белосвет Андрею, 1, 2, 3. На счет 3 Андрея выдавливает из себя все негативные патогенные энергии, находясь на частоте гуманоида, арахноида, конструкции гуманоида, синего дракона, беса. 1, 2, 3, пошел процесс. Все это выдавливается, формируется в шар. Все остаточные энергии выходят, ничего не остается. Готово. Открывает большой шар? Нет.
открывается портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. Этот шар уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Я даю команду сканеру на контрольную проверку. 1, 2, 3. Сканер проводит контрольную проверку. Он чистый. Отлично. Подхожу к Андрею, кладу руки на плечи, помогая моей энергии сделать ему импульс высокого вибрационного шока удара и сжечь все каналы к интерферентам и их подключкам на счет 3. 1, 2, 3, удар. Отлетают каналы. Открывается портал в галактической ядро, эти каналы уходят на переработку. Закрываем, опечатаем, растворяем. Готово. Хорошо. Ли, я закончил. Пожалуйста. Забираю его конструкцию. Хорошо. Готово. Отлично. Арахноид, ты находишься в доме, синий дракон тоже находится в доме и бес находится в доме. Я правильно понял? Да. Хорошо, я вас сейчас отправляю в дом. Дожидаетесь меня, мы через 10 минут придем и вместе с другими отправим вас на вашу чистоту. Я рекомендую вам не терять времени и собрать сразу все, что вы оставили в этом доме. После этого я проведу проверку и отправлю вас на вашу чистоту. Все понятно? Да, все понятно. Открываю портал в квартиру, в дом, где живет Андрей, 1, 2, 3. И синий дракон уходит туда, бес уходит туда, и арахноид уходит туда. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Поехали дальше. Хорошо, давай заправим Андрея энергией. Посмотри, пожалуйста, сколько ему нужно энергии и какая сейчас та вибрация. Еще секунду, он говорит, да. Так просто, я тоже могу только скидывать. Ты должен так делать, если ты хочешь быть спокойным внутри себя и не разговаривать с собой. Ты можешь каждый вечер перед сном выкидывать этот шар, открывать галактическое ядро, скидывать его, закрывать галактическое ядро и заправлять обязательно себя энергиями с утра. Вот этими энергиями мы сейчас и хотели тебя заправить. Сейчас я тебе покажу, как это делается. Если ты начнешь рано это делать в своей жизни, ты всегда будешь полон энергии, у тебя не будет необходимости нервничать и все остальное. Хорошо. Давай, Вера, считай информацию, сколько ему нужно энергии и какая частая вибрация. 270 и 25. Хорошо, Андрей, это делается так. И на счет 3 в макушку головы Андрея начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 270% каждый. 1. 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ему цвета начинают поступать. Мощность потока усиливается. Пусть Андрей сам опишет это состояние, то, что он видит для своей копии на Земле, для своего биоробота. Ну, красиво здесь. Цвета и тут энергии красивые. Я думаю, что это энергия. Пропал звук. Как они ощущаются, эти энергии? Щекочет? Или как оно идет у тебя, Андрей? Я не знаю, как описать. Это новое чувство. Понятно. Как будто хорошо, привыкай. Да. Пустые места. Все верно. Ты все правильно прочувствовал. И поднимаем частоту вибрации до 25 Гц. Пошел подъем. Вот это интересно. Дребезжать начинает тело до самых кончиков волос. Вот. И в этот момент ни одна сущность не сможет, ни одна негативная энергия тебя пробить. Если у тебя энергия, вибрации предела 25 Гц. Понимаешь? Это твоя защита, которую ты можешь сам себе каждое утро выставлять. Плохих людей тебя будет просто отталкивать. Им будет неуютно в твоем обществе. А хорошие люди к тебе будут притягиваться. Понял, Андрей? Это прикольно. Это классно. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется. Распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Это ты должен всегда повторять после того, как ты закончишь заправку энергии и поднятие вибрации. Тем самым ты распределяешь все эти энергии по своим 7 тонким телам. Готово. Отлично. Все, мы закончили чисткой Андрея. Как ты себя чувствуешь, Андрей? Даже не знаю, как описать как-то по-новому. Хорошо, Андрей, мы закончили твою чистку. Как ты себя чувствуешь? Широкий какой-то стал. Вот такой ты и должен быть. Хорошо.
привыкай к этим энергиям, будем тебя возвращать. Во всяком случае, ничего в тебе больше не находится. Ты начнешь замечать изменения на физическом плане, только перестань действовать по привычке. Если ты где-то ругался в определенной ситуации, думай о том, что ты говоришь. Любое слово притягивает, или хорошее, или плохое. Поэтому живи осознанно. Этого мы тебе желаем. И для освоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Андрея в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем его к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключайся от объекта и перемещайся в комнату диагностики. Я здесь. И для освоения энергии и вибрации возвращаем Наталью в систему биоробот-душа, заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отлично. И отключайся от Натальи. Дом ты видела. На счет 3 ты стоишь перед входной дверью в дом. 1, 2, 3. Я здесь. Да, ушла. Я даю команду по всему периметру. 3. Все интерференты, все блуждающие воронки. Все летит в клетку-тюрьму. Ну, сейчас там точно будет зоопарк. Клетка остановилась. Хорошо. Кто у нас там? Арахноид. Арахноид бес, да? Давай по порядку. Как я их вижу? Арахноид. Да. Синий дракон. Синий дракон. Демон. Демон. Бес. Бес. Джин. Джин. Из воронки крутятся их 4 или 5. Да ты что? Друг за другом. Ничего себе. Дальше. Есть еще кто-то? Нет, нет. Здесь энергии много, знаешь, ящера. Но энергии шли от нее, от конструкции. Это то, что и говорил демон, что много говна он это имел в виду. А, в этом плане. Хорошо, все понятно. Арахноид, ты все собрал? Собрал, или еще нет? Все, конечно. Хорошо. Готов уходить? Да. Я прошу тебя больше не приходить в этот дом. Мы будем все здесь запечатывать. Все понятно? Да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте арахноида. 1, 2, 3. Арахноид забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяя. Ну, он быстро ушел, лишь бы не трогали его. Да никто его не трогает, чё? Готово. Хорошо. Синий дракон, как с тобой? Все собрал? Платы снял, да. Хорошо. Дай мне слово синего дракона, что ты больше не войдешь в этот дом и к этим людям. К этим не войду. И в дом не, и в дом не войдешь. Жаль, много чего здесь. Синий дракон, даю давай. Слово. Хорошо, у тебя просто есть выбор. Если ты хочешь со мной обязательно второй раз встретиться, я могу тебе организовать эту. Но это будет не радостная встреча. Я не желаю тебе, когда я второй раз встречаюсь, кто обманывает или нарушает свои слова, я реагирую уже по-другому. Я не хочу, чтобы это происходило, поэтому прошу тебя серьезно отнестись к этим словам. Я все понял. Дал. Хорошо. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте синего дракона. 1, 2, 3. Синий дракон забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо. Клетка, где воронки. Демон, скажи мне, а почему их так много здесь? Откуда они здесь берутся? Что здесь в этом месте такого? Это народ. Люди? Народ. А, вот. Каждый как. Тащит свой негатив. Вот как. Каждый тащит, и этот негатив остается здесь. Благодарю тебя за эту информацию. Хорошо, под этими воронками открывается портал «Галактическое ядро». Они уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Хорошо, Джин. Я хочу тебя спросить. Ты все убрал? Или мне еще проверить? Джин все убрал, но ты можешь проверить. Хорошо. Ставим маячок зеленый-красный. Если джин все убрал, зеленый, если нет, красный. Какого цвета маячок? Зеленый. Зеленый? Нет. Хорошо. Но если джин
Все убрал, у меня нет основания джинна задерживать. Джин правду говорит. Не всегда, не всегда. Ну, иногда получается вынужден говорить правду. Хорошо, джин. Я не собираюсь тебя больше задерживать. Я прошу тебя больше не приходить ни к этому человеку, ни в его дом. Мы все будем здесь запечатывать. Последствия могут быть очень серьезны. Если хочешь, могу тебя отправить в Арабские Эмираты. Хочешь? На мою чистоту отправь. Хорошо, сам найдешь тогда себе новое место. Готов уходить? Да. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте джина 1, 2, 3. И джин уходит на свою чистоту, забирает все, что с собой принес. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо, из низких у нас только демон и бес остался, да? Да. Хорошо, значит, будем делить тогда негатив, чтобы все остались довольными. Я полагаю, бес хочет мне показать, где порталы находятся в этом доме, правильно? Покажу. Хорошо. Только сначала собери все, что ты оставил, или ты уже собрал? Все собрал. Ничего, никаких носочков на обитателя, никаких одеялок, ничего ты не забыл? Весь дом снял, все собрал. Молодец, хорошо, пошли, давай, показывай. Буду все закрывать. По ощущениям, так вы сегодня объединитесь этой энергией, сколько здесь насобиралось. А они не хотят этой энергии ящеров. Да нет, мы уберем космически, вы что? Мы не собираемся вам давать космически. Мы уберем их, уничтожим их, отдадим вам низкую темную энергию, эмоции, мысли, чувства. Это же ваше. Зачем вам космическое? Он не знает, с какого портала начать. С любого, давай, который ближе к тебе. Мечется. Начиная с первого портала, который ближе к тебе. Шкаф какой-то с зеркалом. Шкаф. Хорошо. Зеркало в шкафу. Видишь его? Да. Под этим шкафом внизу открывается портал в галактическое ядро 1, 2, 3. И этот портал уходит, фантом портала, наночастицы, все уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, печатай, растворяй. Идем дальше. Хорошо, отлично. Пошли дальше. Стена в ванной. Стена в ванной. И по всему периметру этой стены в ванной внизу открывается портал в галактическое ядро 1, 2, 3. Засасывает туда этот портал, фантом портала засасывается, все наночастицы, все уходит на переработку в чистую первичную энергию. Отлично, пошли дальше. Кухня. Пол, стена, окно. Что там? Окно. Открывая под окном портал в галактическое ядро 1, 2, 3, и этот портал уходит на переработку, фантом портала, все частицы портала, все уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Пошли дальше. Здесь стол стоит рядом с кухней. И стена, она вся красная. По всему периметру этой стены внизу открывается портал в галактическое ядро. Засасывает туда этот портал, фантом портала, все наночастицы засасываются. Все на переработку в чистую первичную энергию носится. Закрывай, печатай, растворяю. Готово. Наверх бежит. Пошли. Они быстро перемещаются. Комната, где много кровати, там посередине комнаты портал. Хорошо, по всему периметру этой комнаты внизу открывается портал в галактическое ядро. Засасывает туда этот портал, фантом портала, наночастицы. Все на переработку уходит в чистую первичную энергию. Закрывая, печатая, растворяю. Хорошо. В другой комнате. Угу. Там космический. Космический наверху. Портал. Отлично. И под этим порталом внизу открывается портал в галактическое ядро 1, 2, 3. Засасывает туда полностью этот портал, фантом портала, наночастицы. Все уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Отлично. Дальше. Самый низ бежит. Но здесь по стенам он показывает. Здесь два портала в стене и внизу, ну как, в земле. Они рядом находятся? Нет, не очень. Ну давай с первого начнем, который у нас там в земле находится. Перемещаемся к нему. Видишь его? Да. Открывается по всему периметру этого портала, портал в галактическое ядро, засасывает туда портал, наночастицы, фантом портала, все уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Готово. И перемещаемся к другому порталу. Да. Видишь его? Да. Отлично. Под ним открывается портал в галактическое ядро.
И он засасывает этот портал, фантом портал, наночастицы. Все уходит на переработку. Закрывай, печатаю, растворяй. Готово. Все. Хорошо. Ничего себе, 8 порталов. Хорошо, перемещаемся все к клетке тюрьмы. Теперь моя очередь. И я даю команду. Клетка у нас пустая, да, Вера? Только демон и бес остался, да? Отлично. Да. Я даю команду на счет 3. Клетки тюрьмы формируются в 2 шара. Один с космическими энергиями, другой с низкими, темными энергиями эмоций, мыслей и чувств. Готов. Опиши космически. Космический большой шар. Отлично. Много энергии ящера. Под ним открывается портал в галактическое ядро. И этот шар космически уходит на переработку. Закрываем, опечатываем, растворяем. И второй шар как выглядит? Второй шар – это эмоции, разговоры. Он волнуется весь. Отлично. Делю его на 2 части. 1, 2, 3. Один отправляю демону, один отправляю бесу. Как и обещал. Готово. Все довольны? Да. Хорошо. Я прошу вас больше не приходить в этот дом и к людям в этом доме. Вы готовы уходить? Да, готовы, уже готовы. Ну хорошо, тогда я отпускаю, отпускаю. Открывается внизу 2 портала против часовой стрелки. Один на чистоте демона, один на чистоте беса. Бес уходит в свой портал, забирает все, что с собой принес. Демон уходит в свой портал. Закрываю, печатаю, растворяю оба портала и 2 огненные пентаграммы ставь на эти порталы. Готово. Отлично. Клетка пустая. Открывается под ней портал в галактическое ядро. Она уходит на переработку. Закрывай, печатай, растворяй. Готово.